Всем добрый день. Сегодня у нас 19 октября 2018 года. Будем делать творожный пирог с бананом и киви. Все ингредиенты у нас лежат на столе. Все, что нам надо, это 180 грамм сахара, 3 яичка. Мы это все взобьем в пену. Один банан, один киви, 50 грамм масла. Ванильный сахар и разрыхлитель по 5 грамм. Это примерно чайная ложка того и другого продукта, 2 ложки сметаны понадобится, 200 грамм творога и муки, примерно 200 грамм. Творог мы перетерли с маслом, добавили туда сметану, все еще раз перемешали, и у нас получилась такая однородная масса. Муку мы просеяли через сито, добавив туда разрыхлитель и ванильный сахар, а также взбили яички с сахаром. Сейчас мы будем смешивать яички с творогом. Все перемешиваем до однородной массы. И постепенно добавляем муку. Все еще раз перемешиваем. У нас должна получиться однородная масса в виде сметанки. Густой сметаны. В виде густой сметанки. Сейчас мы сюда добавим бананчик резанный. Еще раз все перемешаем. И выльем наше тесто, выложим в приготовленную нами форму, предварительно смазанную сливочным маслом. Духовочка уже разогрета на 200 градусов. Сверху мы выложим киви. Выкладываем тесто и разравниваем его ровным слоем по форме. Выложили тесто, разровняли и сверху слегка вдавливая выкладываем киви. Вот такой вот у нас получился цветочек на нашем пирожочке. Сейчас мы его отправим, как мы уже сказали, в разогретую духовку до 200 градусов минут на 35-40. Пока-пока, наш пирожок. Вот такой у нас получился творожный пирог с бананом и киви. Красотища, вкуснотища. Зашибенный пирожок. Что можно сказать? Мы молодцы. Нам приятного аппетита. Одним словом, подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Будем весьма всем рады. Всем счастливо.